Известный московский художник Николай Наседкин рисует картины, кроме обычных красок, используя нефтяные суспензии. Таким образом, мастер пытается при помощи современных средств осмыслить значение нефти в истории страны. Полотна автора выполнены преимущественно в темных тонах и четких графичных текстурах. Накануне выставка необычных работ известного художника открылась в новой Третьяковской галерее. Подобные полотна мастер создает на протяжении последних 10 лет, несмотря на риск, связанный с работой, как известно, ядовитые пары, которые выделяет нефть. Нефть – это просто повод, это материал. Это тот материал, который мы… То есть мы питались плодами в те времена, а теперь мы питаемся, так сказать, недрами земли, вот, которые уходят и которые, ну, для нашей страны, я не знаю как, вот, то есть оно является и богатством, вот, и силой, и в то же время для нас, для простых людей, вот, в общем-то, как-то она для нас, так сказать, не доходит, это нефть.